Я снимаю тут видео. Вот наш диван. Чехлы. На память сниму себе. И себе на YouTube. Вот. Так, это туда. Мы двигаем их, чтобы поставить на место. Этот. Да, вот. Этот сюда. Ну, как я и говорила, я им. Как там? Лошадь я и бык, я и баба, и мужик. А потому что это правда. В нашей ситуации. Утречком привезли. Серого цвета. Стоит 1800. Это уже с перевозкой, да? Да, это уже с перевозкой. А то вечно что-нибудь забуду сказать. Ну, надо сказать, что там вот такие вот диваны трехместные, да? Стоят и 3000, мы видели. И... Ма, короче, ну они там, они навороченные. Мы считай, два дивана купили за 1800. Это выгодно. Но это не диван, это софа. Вот в чем дело. И колесики сделаю. Ой, эти ножки прикручу. И тогда поставим его. Очень, да, мама говорит, уже очень тепло. И жарко уже. Да, уже вот вчера вообще было конечно, тепло. Включить, и все уже прям жарко-жарко. Потому что уже 22 было вроде. Вот. А вечером открыла такая это погода хорошая. Хоть и не гуляет. Тепло вроде. Угу. Я аж не привычно, потому что зябко было, ну, до этого времени, да? Мы нет, мы ходили на улицу, и выглядывали мы. Ну, было холодно, да? А теперь раз, и вот и встала в один. Я просто как раз получилось так, что я эти дни не смотрю, погоду не смотрела, и как-то резко потеплело. И вот солнце прям теплое-теплое греет. Классные ножки такие. О, угу. Из дерева, кстати. Угу. Класс. Я его, когда выбирали, прям за ножки сразу полюбила. Потому что вот это в середку. А что там длинная коробка была? Это что там? Вот тут вот лежала. Длинная, нет, она. Длинная, про такой брусок. Чтобы... Я не знаю, еще надо посмотреть. Я даже без понятия. Вот они все обозначили, все это. Просто пришпандориваешь или что-то надо, что надо. А, крутишь, да? Да. Вот, и сейчас мама соберет. Ой, диваны? Я думаю, что же мне это не закручивается, вот. А тут колпачок. Потом мы пойдем в русский потом магазин. Мамочка родная, еще и колпачки одели. И пойдем в русский магазин. Так вот мама диваны соберет. А что тут собирать? Ножки вкрутить и все. Старый диван мы пытаемся отдать. Я объявление сделала. Вот, не знаю, как отдадим или как, не знаю. Раз. Они сейчас мешают, конечно, там стоят. Еще раз. Мягкое мешает. Mm-hmm. Вот теперь все. Нет, еще раз. Сейчас закрутишь, и она не встанет посередке. Все, я думаю, больше не надо. Даже придумали колпачки. Вот чехлы, где хранились эти ножки. Mm-hmm.
здесь инструкция. Кармашек. И два вот этих. Может быть, их и оставить здесь? Я их забуду, и тебе надо положить. Мы его туда двинем. Мы можем даже этот диван сейчас его ж сюда ставить надо. Хотела сказать, можно сейчас его перевернуть только. Можно было вот так поставить, а эти диваны, чтобы здесь стояли. И потом их заберут, и мы его двинем туда, и все. Давай так. Я ничего не поняла. Я там зажарилась. Нет, не станет. Нет, он тут не станет. Просто переворачиваю, просто так его ставлю вот здесь. И все. Нет. Чего нет? И пока мы их не вынесем, я его к стенке. Мне хотелось, чтобы ты этот диван сюда. Свет, нам ходить как? То они там в углу будут стоять себе. Сейчас. За диваном? Ну, можно и так, собственно. Да. Зря я его оттуда вытаскивала. Да, смотри, он как раз там стоит. И стоял бы там. Обратно. Вот так, этот так. Этот сюда. Сейчас я его так вот плюхну. Разверну только. И все, он будет стоять здесь. И он хоть удобно подходить будет, не будет дискомфорта. А так он не пойми, что в доме. Что ты делаешь? Ставлю его. А этот как? Не поняла. Я же думала, ты углом сейчас поставишь этот. Сейчас вот так поставлю. Просто вот так я его поставлю. Потому что сюда. Так и зачем ты этот боком ставишь? Он стоял хорошо. Потому что второй некуда деть. Поставим. Зато нам здесь ничего не будет мешать. Мы будем ходить, передвигаться, не спотыкаться через них.